у участников, что вам интересно. Завтра мы едем к ним в гости. Спасибо. Ну. Это что такие вы там ворчуны, пиздуны прям, блядь, красивая, некрасивая, йод, перекрасьте в блонд, идите нахер, перекрасьте сами. Кстати, сегодня тема записок охотницы будет подруги. Каких подруг нужно избегать? Потому что вечно все дружат, дружат, а потом она убила у меня мужика. Вот, так что сегодня вам расскажу, какие подруги, что делать нельзя, что делать можно. И как понять вообще, грозит ли вам беда в семье. Привет, Барнаул. Муз-ТВ вообще еще кто-то смотрит? Да, причем, представляете, сколько 70% нашей страны смотрит Муз-ТВ? И это, заметьте, самая активная часть нашей страны. Привет из Уфы, привет. Сашенька? Сашенька в университете. Как называется цвет? Не знаю. Фабрика звезд. А? Фабрика звезд называется Фабрика звезд, да. Как оставаться такой худой? свет. Смотрите фабрику звезд. Я бы сказала, как оставаться такой худой. Гены, все гены. Дядя Гена. Гена. Слушайте, девочки, вот мне нравится, что у меня огромное количество приходит директ всяких разных сообщений от вас. А может, вы мне наговорите, что хотите узнать-то еще? То в директе полная каша. Смотрели, неинтересно. Может, дальше будет интересней. Конечно, будет. Дайте нам разогнаться. Вообще, «Фабрика звезд» — это очень интересный формат реалити, я считаю. Потому что это не реалити, как моя очень хорошая подруга Алена Водонаева сказала в одном из интервью, что вот «Дом 2», например, это реалити для нищих. Ну, реально, правда, это реалити для нищих. То есть каждый, любой человек вообще, не имеющий там, неважно, статус какой, хоть кто вообще может пойти и стать вот такой вот телезвездой, ептить. Вот. А «Фабрика звезд» здесь, видите, помимо того, что талант, там вообще как бы каста совсем другая. Там ты общаешься с такими монстрами, понимаете, как Дрогаш, например, да, так Собчак, вот Ксения ведет. Ну, то есть огромное количество людей, которые имеют большое влияние в шоу-бизнесе и вообще в нашем мире там работают. Поэтому это такое, знаете, такое high level среди реалити. Так, и что вы там в «Фабрике звезд», как они будут бороться с конкурентами? Ага, хорошо. Как они будут бороться? Ага. А как вы считаете, а задать такой вопрос, например, реально ли каждый из них пришел для того, чтобы построить свою певческую карьеру? Или просто хотят хороших связей, грамотного пиара и, ну, типа, а-ля попеть? Или там не получится а-ля попеть? Но вот, насколько я помню, проходил кастинг. Был очень жесткий отбор, реально, ребята очень талантливые, с такими голосами, что теперь поющие трусы вряд ли смогут попасть на музыкальные каналы. Вот, поэтому такая армия, знаете, растет прям талантливых. Но я за, потому что хочется, чтобы пели, чтобы ты подпевал не компьютерному голосу, там, когда едешь в машине, а знаешь, что человек реально круто поет. Мне интересно, кто сможет. Блин, не поняла. Сохранить свой прямой эфир? Да нафига. И вам не советую. Спасибо. Я, блин, так быстро идут сообщения, даже не успеваю читать. Александр в университете. Привет, 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 ребят. Спасибо большое. Так все-таки я вернусь к своему главному вопросу. «Фабрика звезд» новая на Муз-ТВ уже запустилась, уже идет, уже, вы знаете, участников наверняка смотрите. Завтра мы едем к ним в гости, в Звездный дом. Завтра будет концерт. Вот, и я завтра буду с ними общаться, с ребятами, и хочу у вас спросить, чтобы вам было интересно, чтобы я узнала у ребят, может быть, какие-то каверзные вопросы, потому что все-таки жить под прицелом камер и еще и такая вот битва помимо талантов, там еще же, знаешь, разные психотипы, это все очень сложно. Это я вам как вот человек из реалити рассказываю. Сама петь я? Да, конечно. Ага, вот все, что я могу на подпевке. Не, ну слушайте, петь должны люди, которые профессионалы.
А я профессионал, не болтун. Бла-бла-блашкин я. Нет, петь. Ну, если это типа, знаете, вот просто, ну, типа, коммерческий проект, типа, я пою с какой-то звездой, то есть он поет, а я такая, ага, ага, я, детка, камон. Да, да, ну, это называется исполнители песен, певцы, это вот Иосиф Давыдович Кобзон, певец, а Борис Пугачёв, певица, а все остальное, это вот, знаете, ну, не все остальное, конечно, а очень многие, это компьютерные.